Включили технику, включили зажигание, чтение данных. Считываем информацию с блоков. Все прочитали, всю технику он видит, значит, нам нужно идти в настройки DPS, да, и вот видим, что у нас здесь какое-то показание слишком ушедшее влево. Нам нужно для выполнения, чтобы у нас руль был плюс-минус почти ровно стоял, плюс-минус там 10 градусов по мануалу написано. Вот сейчас, походу, Дим, да, надо поправить. То есть, ну, на взгляд, грубо говоря, да. Так, чтобы еще там бывает, надо там, ну, без нагрузки на сам усилитель, то есть на руль ничего не трогаем. Заходим, и вот сброс корректирующего крутящего момента. Сроки ДПС. Да. Вот, тут еще прописывает рулевое управление выровнено по центру, на рулевом управлении отсутствует крутящий момент, температура управляющего устройства ДПС значительно выше точки замерзания, показания датчика крутящего момента находятся в диапазоне от 0 плюс 10. Да, все, окей. Все, и видим, что у нас показания ушли сюда. Все, получается, таким образом мы занулили ДПС. До свидания, удачи вам.